Ну а перед сегодняшним летсплеем, ребята, я рекомендую вам подписаться на канал Game Channel Black King of War. На этом канале выходят видосы по танкам онлайн, по CSGO, по Clash of Clans и многие другие видео. Так что, ребята, если вы заинтересовались данным каналом и хотите на него подписаться, сделать вы это можете по ссылочке в описании, либо кликайте сейчас на аннотацию. Ну а я вам желаю приятного просмотра моего летсплея. So keep your love longer, you know longer. Girl, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Ну все, короче, давай начинаем. Так, ребята, всем привет, с вами Вайдер, и сегодня я с вами записываю летсплейчик на карте, которая называется Кунгурчик. Вот, довольно-таки большая карта, и, ребята, сегодня я буду записывать не один, а буду записывать я с Леопардером. Лео, поздоровайся. Привет. Вот, ребята, короче, сейчас едет какая-то опасная довольно-таки изида, ее надо по максимуму надамажить, чтобы она не лечила своих союзников, потому что она на фулдропе ездит у нас. Вот, все, ее сваншотил. Сейчас еще вот этого от коматозе. Куда он в стенку стреляет? Нихера себе, какие дцпшные эти противнички немножечко. Ой-ой, у нас опять флаг взяли, мне в жопу дали. Нет. Прячемся. А где он там был-то? А где? А, сука, как увидел. Он ходит? Увидел. На тебе. Да у нас уже возвратили флажочек, но Леопардер, как бы нам нужно это. У них утащить два флажка. Увозите? Да, где-то. Чё ты взял наш флаг? На виду. На виду, на херду. Так, ладно, я, короче, сейчас... О, наш флаг через центр везут. Помощь нужна, вулкан на броне, я ему ничего не сделал. У Изида еще тут. Есть, крит. Нет, флаг-то у нас вернули. Красавчики. Вернули. Красавчики, просто красавчики на туре затащили. Так, ладно, давай бери флажочек и попытайся там уйти. Ну нет, ты походу не уйдешь, да, потому что у тебя там все плохо. Да, все, бля. Убили. Да, ну там, в принципе, было это очевидно, да, что не уйдешь. Потому что у тебя и бронечка, я видел, садилась, и там еще какие-то раканы наши не постраховали. Я вообще был на респе. И довольно-таки все печальненько. Ну смотри, у нас заходит какой-то обоссанный твинс, и его даже никто не видит, потому что всем вообще все где-то гуляют, мать их. Короче, через центр уходит у нас твинсяра. Опасники. Я ему, в принципе, там пару плюх выдал. Изида у нас стоит, вообще за флагом не поехал. А зачем за флагом ехать? Это же не CTF-ка. Здесь за флагом не нужно ехать. Так, ладно, я, короче, поехал. Он за домиком крысится, понял, где всегда крысят все. Я пофигу, я увожу флаг. Есть, я возвратил. Я возвратил. Лео, доставишь? Да, 10 секунд, что не стану. Не-не-не-не-не, не надо такую, а. Не надо такую. У нас хори... О, нормально. Викасовская была такая опасная на базе. А, достал, есть красавчик, 1-2. Я вот не люблю такое, когда это прям значит все плохо будет потом. Все мои планы рушатся и все печально получается. Так, ладно, отжали у нубика какого-то мы не трушечка себе. Блять, у нас, короче, сосяра заходит слева. Я ее, наверное, даже трогать не буду, потому что она меня отпетушит по полной программе. Она на викинге. А, нет, тогда я поеду. Если ты взял флаг, я поеду. Я поеду. Тем более здесь флаг справа, также прошу. Уходит с этого справа. Бля, я еще не уйду, походу. А, сука, шафт наш. Ой, ой, флаг ушел слева. Я знаю. Вот как раз вот эта сосяра и увезла этот флаг обоссанный. Да. Надо было ее сразу херачить. Ой, она уже без аптеки. Нормально. Сука, нет, меня в твинс воротит по полной программе. Ой-ой-ой-ой-ой. Сука, не. Вулканы, шафты, ебаны. Есть, вынесли. Давай. Попади. Да, сука, да, возвратил. Красота. Я, короче, ребята, аж ничего не говорил, но потому что на туре такой немножечко эписенький и напряженный момент. Так, Леопард, развернись, пожалуйста, на нашу базу заходит опять твинцы всякие опасные. Да я его буду снизу встречать, я должен не успею. Давай. Сука, я сейчас он гром через мост. Да. Ой, его вулкан наш наяривает.
Нет-нет-нет, там они какой-то шафт выцеливает. На! Я ему, в принципе, просадил там пару плюк ДДшных. И можешь... Он апте... У него еще аптека, да, есть? Да, была. Вот сейчас надо его забрать. Ладно, я сейчас, короче, вырубаю нетрушечку и на всех парах, так сказать, еду к тебе спасать. Там, там соска на такие улочки. Да-да-да, все, вижу. Нет! Здесь вулкана босс. Ой, сука, и вулкан, короче, и гром. Ну, короче, меня все по полной программе пишут. У них, короче, полная шафт конопля сидит. Который тоже довольно-таки нехило напрягает. Но ты, ребята, напрягает, потому что вот, самое единственное, что... Ух ты, нихера себе, гром как разобрался. Вот на туре я ненавижу там кемперов, которые сидят и крысят в этой конопле. Конечно, я сам люблю так делать, но вот когда кто-то там сидит и уже то же самое проделает, что и я, меня это, конечно же, очень сильно напрягает, раздражает, и я просто начинаю нервничать, как какой-то бешеный ребенок. Так, вот он, короче, еще один шафтеныш сидит. Шафтеныш, говненыш. Я его снес был, как короче, слева на той стороне моста стоит он, надо его расхерачить. Ща. Здесь, короче, две сосяры заходят на нашу базу. Да, он там выдержит. Нормально. Выдержит? Да. Потерял наш флаг. А, соска взяла. Приваренная. Давай. Я еду. Вон, где она? Немножко. Вот сюда, за мной. А, вон, все, вижу. Есть! Да. Давай! Да. Решай. Емафака, бич. Вот это прям вообще хорошо сыграл. Сука, лаганный шафт. Мало того, что на шафте играет больной ублюдок, так еще и лагает их просто как сволочь обоссанный. А, в смысле? А мы и не доставили? Ну, походу, убили там. Я думаю, он выдержит, он должен был прийти. Угу. Выдержит, конечно. Короче, я тут всех расхерачил. Ой-ой. Да. А, уйдите, уйди. Нормально, я там прикрывал тебя от венца. Ой-ой, там все плохо. Сейчас все плохо. Ой, будет. Бля, всё. О, соска взяла, нормально. Я иду ей на помощь. Черный плащ спешит на помощь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ой, я соску тут дамажу, которая пытается наш флажочек увести. Сука, она на аптеке. Ну а тебе крита обоссанного. Так, ладно, где там флажочек-то? Сука. Блин, 3 минуты. Надо все-таки достать хотя бы один флажочек, чтобы вырвать это все-таки бой. Так мы 2 уже достали. Ну я понимаю то, что 2 достали. Ну блин, хочется не в ничью, конечно, этот бой затащить, а хочется выиграть. Что было довольно-таки эпичненько. В ничью, конечно, это все очень хорошо. Но вот если мы выиграем, это просто будет так замечательно. Я так счастлив буду. Так, тихо. Блять, пидорас, сука. Ну я был на нулях, меня соска лечила в этот момент. У меня не агнус. У нас флаг ходит по бро. Ой, рачина, карабина, рачина. Давай. Блин, справа флаг стоит. Ааа, все, пизда. Шафт возвратил. Я, короче, жду, пока это. Сосяра. О, да, сука, тупая. Че, возвращай флаг? Да. Он на нулях берет броню. Ну, леопардер. Это танки онлайн. Это хардкор. Меня хотя бы радует тот факт, что у нас эти рельсоводы попадают в танков на ДДшках. Конечно, очень довольно-таки. Так, флаг сейчас опять у нас свалит, там твинс броня. Ох, у них вулкан, нихера себе. Я вижу. Я ухожу. Ты я ушел. Меня жига жгёт. Я жиги плюс. Сука! Давай, кто да! Меня? Нормально. Есть, красавчик. Ну, нашего флага нету. Леопард, осторожно, там сзади петухи какие-то. Херово туча едут петухов. Прям курятник за тобой. Нет, уже нет курятника. Я одному скинул, потому что это зря. Жесть, это... Зря ты это сделал. Стоит, леопард, помнишь, нужна? Сосяра, видишь? Да. Так, а где флаг наш? Справа у них на базе. Вижу. Кто там держит? Там этот твинс обоссанный держит, который нарит постоянно. Сука, меня шафт откирачил. Да, твин держит, он на броне. О, сосяру снесли. Нормально, у него это, короче, КД дашки. Ой, ДДшки.
Да. Блин, сейчас если зайдем, вообще так офигительно будет. Если наш доставит. Последние секунды, ребята, последние, мать его, секунды остаются нам, чтобы зафтить этот флажочек. Короче. Давай, он справа стоит, он на меня слили. 40 секунд. Я тоже. Нужно толпой то заходить, а наших нет никого. Миш, какой понимаешь, толпой? 30 секунд. Да можно затащить. Да. Заходят всякие крабы на нашу базу, ну ладно, я уже не буду на них внимания обращать. Я ему треплю хита, у него... Бля... А, нет, ну пожалуйста, ну что-нибудь сделайте, нет, я проигрываю. Я не хочу проигрывать. Что, у меня еще какое-то обновление обоссанное вылезло. 7 секунд, успеем зарешать, интересно. Или уже нет? Никого там нет, просто никого там нет. Да я знаю. Ну, в принципе, тоже довольно-таки нормально и эпично получилось. Вот, так что, ребята, если вам понравился данный летсплей, то обязательно ставьте за него лайк, подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Ну, а с вами был Вайдер, всем пока-пока.